направлен на выявление сильнейших рыболов и на повышение туристической привлекательности. Чтобы погода всегда сопутствовала вам, всякий раз, когда вы отправляетесь на рыбалку. А всем участникам, любителям рыбной ловли, мы желаем рыбацкой удачи и щедрого, богатого улова. Мне, во-первых, нравится место, которое выбрали, действительно, это морской фасад Магадана. Вы видите, как преображаются дома на улице Портовой, улице Приморской, сквер Морской, парк Маяк. Даже по названиям мы видим, что мы находимся вот в таком мековом месте нашей Нагаевской бухты. И то, что сегодня приняли решение проводить именно в бухте Нагаева, это очень правильное решение, потому что для кого-то это соревнование, кто больше поймает, кто первую поймает, кто самую тяжелую рыбку поймает. Семейные там номинации есть. Вот, но тот, кто хочет поучаствовать, вот, пожалуйста, здесь будет большая программа. Можно попробовать все дары моря и продукцию местных производителей, послушать концерты, просто отдохнуть. Действительно, погода сегодня шикарная. Ой, смотрите, что я поймала. Ну, впечатления очень хорошие, погода не подвела в этот раз. Вот, выбрались хоть свежим воздухом подышать. Ну, очень интересно, позитивно. Улов, вот. Весь. Да. Мы участвуем второй раз. Сегодня на первом красном секторе я поймала вот такого налима. Мне сказали, что знаете ли вы пословицу, если поймал налима, муж уходит домой. Я сказала, ну я попробую этого налима поменять на корешку на другом синем секторе. На другом синем секторе супруг поймал одну вот такую корешку. Это наш улов на сегодняшнее соревнование. Во-первых, сегодня день по рыбе неудачный. В основном люди очень мало поймали. Я тоже в среднем так, средний результат. А вот буквально неделю назад я поймал 25 килограмм. Представляете, на ваге гора и корешки. Но сегодня день по рыбе неудачный, но погода просто супер. Сегодня, видите, настроение великолепное. Везде смех, шутки. Прибаутки, ну просто это настоящий праздник.